Уважаемые подписчики, уважаемые земляки, сегодня я обращаюсь к вам и прошу вашего содействия. Сегодня я подал заявку о включении меня в состав регионального народного совета Хабаровского края. Прошу пройти по ссылке, приведенной под роликом, и проголосовать за мою кандидатуру. Ниже я привожу текст моего обращения на сайте голос27.ру. Прошу включить меня в состав регионального народного совета. Я живу в Николаевском районе, поселок Красное. Знаю о проблемах города и района. Веду авторский блог «Роман Зайцев. Живу на ДВ». Освещаю текущие события, социальные вопросы, вопросы градостроительства, вопросы правомерности действий государственных и частных структур в Николаевском муниципальном районе. Оказываю посильную юридическую помощь населению. Участник первичной правозащитной общественной организации «Профсоюз Николаевск-на-Амуре». Генеральный директор ООО «Нижнеамурия наша». Уверен, что упадок, который переживает Николаевский район и все Нижнеамурье, в основном завязан на ошибочно заданном векторе цели местного самоуправления, а также практически полном отсутствии общественной инициативы, в силу того, что население не видит смысла озвучивания своих инициатив, не видит будущего города и района. За 3 десятилетия сложилось, что население города и района и местное самоуправление – это 2 антагонистично разобщенные группы. Первые пытаются выжить в абсолютно нечеловеческих условиях северного района. Вторые, так называемый «народ в народе», усиленно создают образ заботливых слуг народа, при этом сам народ даже всерьез не воспринимая. Круговая порука, корнями въевшаяся коррупция и коррумпированность практически всех и каждого чиновника – это устоявшийся результат управленческого кризиса, когда верхи не знают, не умеют, не хотят, а низы впали в полное безразличие. Общественное движение, как таковое, совершенно отсутствует, а то, что выдается за народное движение, есть то же самое выпистыванное десятилетиями сословие местного самоуправления, назвавшееся коммерсантами, директорами, предпринимателями, а на деле присвоившими народную собственность и подменившие собой народную волю. Все перечисленное есть весьма продвинутая эмуляция управления. На словах и на бумаге город и район развивается, а на деле доживает свои последние годы. Работы нет, рыбы нет, денег нет. Старики умирают, а молодежь бежит из города. Есть лишь бумажные показатели и благостные улыбки наших благодетельных управленцев. Все это зримо и понимаемо большинством населения. Но сил элементарных, физических и моральных, чтобы как-то повлиять на сложившуюся ситуацию, у большинства уже не остается. Руки опущены, головы поникли. Работать, работать, работать. Платить, платить, платить. По кредитам, по ипотекам, за неоказанные услуги, по несуществующим счетам. Вот чем вынуждена заниматься захваченная горе-управленцами и обманутая ими же население. Но времена меняются, и закон времени в силе. Частота обновления информации в 10 раз плотнее частоты смены поколений и уплотнится еще жестче. Необходимо свежее дыхание, необходимы энергичные, инициативные люди. Необходимы те, кто умеет работать с потоками информации и владеет концептуальными основами управления. Эти люди должны выдвинуться снизу. Это кадровый резерв нашей Родины. Сегодня это Народный совет при поддержке в Рио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, а завтра эти люди вполне смогут возглавить местное самоуправление и государственное краевое управление. Я готов с полной отдачей к
тратить свое время во благо моей горячо любимой Родины, которая для меня лично начинается с берегов Нижнего Амура. Считаю своим гражданским, человеческим долгом представить свою кандидатуру в региональный народный совет. Земляки, прошу пройти по ссылке, приведенной под роликом, и проголосовать за мою кандидатуру в региональный народный совет на сайте голос27.ру. Роман Зайцев, живу на ДВ.